Ульяновские спасатели готовятся противостоять весеннему паводку. И хотя зима выдалась не особо снежной, к традиционному половодью нужно подойти во всеоружии. За отработкой водолазных спусков в особых условиях сегодня наблюдал Павел Игнатьев. Список наиболее опасных участков городские спасатели знают. Традиционно острая ситуация обстоит у берегов рек Сельдь и Свияга. Именно они под особым контролем у местной службы. Уровень подъема воды проверяется ежедневно. Как всегда, это Мостовая, это Воропаевка, Сельдь. Вот. Все эти участки сейчас спасателями мониторятся. В прошлом году реки вели себя скромно. Бурные потоки на город не обрушились. Уровень воды остался в допустимых пределах. Похожая ситуация складывается и сейчас. Но готовиться нужно ко всему. Именно поэтому у спасателей очередные учения. Когда видимость нулевая, все практически делается на ощупь. Вот это вот и отрабатывает, чтобы человек не терялся. В проруби возле березовой рощи специалисты отрабатывают погружение в ледяную воду. Задача водолаза – спуститься на самое дно и тщательно его обследовать. Спасатели на берегу помогают коллеге сориентироваться в мутной воде. После погружения все, что их связывает, это сигнальная веревка. С ее помощью водолаз понимает, в какую сторону идти и когда нужно подниматься. Во время ЧС ситуация обыденная, видимость нулевая. Подсплываешь, смотришь, где майна, и обратно погружаешься, опять ходишь. Учения очередные, но перед паводком далеко не последние. Сегодня поставленную задачу спасатели выполнили. Сейчас к спуску на воду готовится спецтехника. Проверяют лодки и мотопомпы для откачки воды. Подготовка к весеннему половодью продолжается. Павел Игнатьев, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск.